Сегодня мы поговорим о смазочных материалах, которые присутствуют в подшипнике. И возможности подшипника на этих смазочных материалах. Вот в данном случае есть подшипничек у нас. Мы его сейчас скрываем. В нем присутствует смазка заводская. Сейчас мы эту смазочку с подшипника выдуем. И, естественно, там останется немножко смазки. И посмотрим возможности этого подшипника на данном смазочном материале. Вот мы выдули с подшипника смазочный материал. Сейчас мы этот подшипник раскрутим воздухом и посмотрим его возможности подшипника на данном. Вот там осталось немножко его. Посмотрим. Вот и все, что, на что способен подшипник на данном смазочном материале. А теперь смотрите, что происходит, когда мы к этому подшипнику добавляем кондиционер металла. Вот данной фирмы, фирма New Ways. Вот мы добавляем. Теперь покажу-ка поближе. Вот. И смотрим разницу. Вот в чем разница. Думаете, чем заряжаете подшипник? Все?